хозяева, но думаю, что все понятно, в этом большинстве ничего уже сделать не удастся. Максим Денишкин в одиночку против троих сразу. Здорово, как все делает Денишкин, и гол! Потрясающий гол Максима Денишкина, думаю. Ну и счет у нас открыт спустя минуту 25 после старта второго периода. Великолепно все сделал 24 номер хозяева. Я, конечно, немножко утрирую, но вы меня прекрасно понимаете. Борьба возле ворот, и еще один бросок, еще одно добивание, и гол! Вот теперь все-таки удается. Выстрелил Максим, что называется, как раз тогда, когда нужно. Ну и сразу 4 хоккеиста не смогли его здесь остановить. Да и Ахметов. Шайба будет введена в игру у ворот Владислава Коряка. Жили на точке против Максима Денишкина. Помог себе коньком Алексей. Шайбу пока капитан контролирует, но вновь все в борьбу. Казаков. Нет, не получилось сохранить. Хорошая передача на скорости Лока. Как же так?